Всем привет-привет, вы на канале Наша Голубика. Вот, в принципе, сезон подходит к концу, 2023. Расскажу про итоги данного сезона. Сезон был очень тяжелый, все началось с 2022 года, когда у нас осенью были очень сильные заморозки, и заморозки были ранние, это где-то примерно в начале сентября. Вот. Я считаю, что из-за них очень сильно пострадала почка плодовая, вот, не деформировалась, потому что уже в этом году, когда начала почка распускаться, наблюдали такую картину, что очень много почки плодовой переходило в листовую. Вот. Ну, это считаю, что из-за счет тех заморозков не деформировалась она. Вот. Затем в этом сезоне, с начала у нас весны, когда сокодвижение началось, когда начали распускаться почки, у нас были очень длительные заморозки, длились они, наверное, чуть больше даже недели, и по ночам были очень низкие температуры. Вот, тоже как бы очень сильно сказалось на последующем урожайности кустов. Вот. Так, потом в этом сезоне у нас была аномальная сушь. Было очень, очень мало осадков, буквально там можно по пальцам перечесть, сколько у нас было дождей за этот весь год. То есть, не знаю, там может 2-3 раза, и то там дождик такой совсем маленький прошелся. Повысыхало из-за этого все, повысыхали все сажалки, у нас пруды. Даже водоем, с которого осуществляю я полив, вот, который никогда вообще там на моей памяти не пересыхал, болото такое, даже оно в этом году пересохло, поэтому была очень острая проблема с поливом. На следующий год я задумаюсь, может, даже чтобы скважина была какая-то резервная для полива. Вот. Ну, подумаем, посмотрим. Вот. Кусты не дополивались. Ну, очень-очень плохо, кстати, вот в этом году, что у нас такая проблема была с водой. Вот. Потом такая еще следующая напасть была, очень сильно болели кусты. В основном это болел дюк. Я на своем видео, на своем канале видео выбрасывал, можете посмотреть по данную болячку. Вот. Ну, в основном это дюк, да. Остальные как бы сорта, ну, более-менее еще так. Ну, все равно тоже были кое-где, там были участки, очаги такие заболеваний. Вот. В этом году я поменял систему подкормок, тоже у меня есть видео на канале, я снимал в начале сезона, чтобы планировал изменить. Вот данная система подкормок мне пока что, в принципе, понравилась. Вообще суть основная — это то, что азот раньше вносил и прекратил внесение азота тоже раньше, ну, основную часть азота. Вот. Поэтому смотрю, что вот кусты как бы в основном все они очень хорошо подготовлены к зимовке, вот даже почечка видно уже закладывается. В основном все сорта хорошо вызрели, я наблюдаю. Ну, есть кое-где там моменты, что, допустим, что-то вот такое, да, то есть это подмерзнет, скорее всего. Но в основном это хорошая картина, хорошо подготовились кустики к зимовке. Вот. Потом, что еще в этом году? В этом году у нас было очень много птиц. Не знаю, как у вас, но у нас это было что-то чем-то. Птиц было очень много. Привыкали они вообще ко всему, чем их только не пугали. Петарды и газовые пушки, и лазер. То есть все, чем пугали, буквально неделя-полторы, и они к этому привыкают. Вообще абсолютно ко всему. Птиц было очень много. Вот. Но я считаю, это, наверное, из-за засухи такой. То есть им в естественной среде обитания пищи, возможно, не хватало, так они вот все переключились на голубику. Вот. Потом, что еще в этом сезоне у нас по цене. Цена, в принципе, мне в этом сезоне понравилась. Ну, у нас в основном розница, мелкий опт. Вот. Цена на ягоду была хорошая в этом году. Вот. Со сбытом тоже проблем, в принципе, никаких не было. Вот. Ну вот, в принципе, такой вот неоднозначный сезон, как, в принципе, и все разные, какие-то индивидуальные. Вот. Сейчас что мы покос сделали. Вот уже последний раз обработки все прекращены.
Вот, досаживаем кусты. Многие спрашивают, когда можно высаживать. Ну, пока нету заморозков, пока земля не промерзшая, вот мы досаживаем молодые кустики. Вот. Можно, в принципе, уже начинать обрезку кустов и мульчировать все. На остальном все работы прекращены. Вот, напишите в комментариях, поделитесь своим мнением по поводу данного сезона, какие у вас были проблемы, либо наоборот, удачи. Будет интересно. Вот. На этом все. Всем пока.